I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last. Ребята, спасибо вам большое за советики насчет выбора моторного масла. Я им последовала, и сейчас я нахожусь на Левобережке. Приехала я в центр моторных масел Alpina. Это немецкий производитель. Сейчас будем выбирать масло и менять по вашим советам. Значит, масло мы будем брать синтетическое, потому что двигатель турбина. Масло мы берем на зиму, поэтому будем выбирать с малой степенью вязкости и на температурный режим до минус 40, потому что зима, как обещаются синоптики, предстоит суровая. Итак, заходим. Какая у вас машинка? Турбовый двигатель. А пробег какой? Большой. Большой, значит 200 плюсов. Вообще на Subaru с завода идет 0,20 FE плюс, ну это турбо, да, для турбин. 5,20. Раз пробег большой, соответственно, масляная пленка нужна вам пожирнее. Я вот рекомендую 5,40 RCI. Это как раз для пробеговых машин с допусками на Mercedes-Benz 229.5, Volkswagen 502 и BMW Long Life 01. То есть это уже прям для старых движков, для пробеговых. Так, ну во сколько там получается? 4,3 литра входит. Соответственно, берем пятерочку. Я ранее говорил, что в России два представительства, компания Alpine, завод Метан, это находится в Санкт-Петербурге и у нас в Новосибирске. То есть все, больше представительств нет. Продаем только мы, Санкт-Петербург и Новосибирск. Ну вот смотри, линеечка идет RCL, вот то, что в красных банках, да, это масла попроще. Вот, это как цвета Германии. Золотые банки, это уже более высокий класс, да, это для новых автомобилей, для абсолютно новых. Ну, в основном это американцы, мерседесы, BMW, Porsche. Черные канистры, я вам далее покажу, это идет интенсивные масла. Также хочу вам показать, что на маслах на 0,20, 0,40, 5,20, 5,30 идут надпись гибрид. То есть это подходит для гибридных автомобилей. Вот. Линейка RCL, это, как я сказал, это более пробеговые машины, то есть 150+. Вот это вот золотые баночки, это для новых автомобилей, которых уже специальный хон идет, да, у европейцев. Оно высокотемпературное масло уже идет. Также вот оно есть для турбовых автомобилей с надписью FE+. Вот, это уже турбовые автомобили идут. Там уже свои температурные режимы повышенные. Также есть вот трансмиссионные масла в больших двадцаточках. В пятерочках. Это трансмиссионные масла 80-90. Есть 75-90. 75-90. И у нас есть вот специальная линейка для Mercedes-Benz. Это только для мерседесовских коробок трансмиссионное масло. У нее и идет название АТФ МБ Mercedes-Benz. 14 допуск, 15 допуск и 17 допуск. Это вот более старый, ну в основном рынок у нас весь новосибирский на вот этих вот маслах. Да? Это на совсем новые коробки. Это уже как бы ну, средний. Также трансмиссионное масло CVT-шка, это чисто только для вариаторов. Вот такое вот масло. АТФ МВС, это универсальное трансмиссионное масло для коробок автомат. Также есть Dextron 3, а вот он 75-90, да, с допусками, ну, как GL4, GL5. Dextron 6, есть чисто DSG для ваговских DSG коробок. Вот такое вот масло. И где-то, вот, для шестиступенчатых коробок передач отдельное масло. И для восьмиступенчатых коробок передач тоже отдельное масло. Также есть у нас чисто гидравлическое масло. Это для
гидроусилителей руля и всего того положено. А вот он, 75-140 LS. Это для американских автомобилей, мостов, которые имеют блокировку типа LSD, то есть с фрикционами. Также хочу вашему вниманию предоставить, есть химия грассовская, вся, не по дорогой цене. Кенгуру. Обезжириватель, то есть в розничный магазин прибежали, что-то там быстро вам надо почистить, там скоро не замерзаечка будет. Лампочки купить, вонючку какую-нибудь купить. На брелок чехол, какие-то контактные группы, отверточку, ну что-то по-быстрому, да. Это идет розничный магазин. Ну, также мы оптовые поставки делаем, с нами работают автосервисы крупные, с нами работают дилерские центры, с нами работают чисто масленки, которые занимаются заменом масла. Есть Нагорская 66, называется масломер. Они, можно сказать, уже на монобренде на нас опробовали, уже 2 месяца они чисто сидят как на монобренде. Рекомендую, кто на левом берегу, можете туда поехать и заменить масло. I feel like dying, I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. There's some days I feel idiotic, just a product of a system where you're lucky just to make a dollar. That ain't gonna stop me cause my grind's contagious. I'll do what it takes to turn passion to paychecks. And if I go down, I'ma do it on my terms. And every single problem brings a lesson that I learned. In the darkest night, when things seem so broken, it's hard to shine, but I still try. I'll be the last one left. Заезжаем на замену масла. Также у нас существует доставочка по городу, маленькая разукрашенная машинка доставит вам масло в любую точку города. Вот, за доставку мы не берем денежку. Вот, сотрудничество автосервисы, какие-то магазины, оптовые продажи, переходите по ссылочке у Лизы в описании и переходите на наш инстаграм, заказывайте.